Привет, ребята, с вами Димас. Я начинаю третье прохождение первой части Dino Crisis. У нас появился костюм и мини-игра, кажется. Ну, я думаю, давайте в боевом побегаем. Боевой. Операция «Доктор Кирк». Операция «Истребление». Операция «Доктор Кирк». Это же... Получена почта. Ну да. Первая контрольная точка. Игры кончены, детки. Что-то не так. Нет света в караульном помещении. А может, у охранников была вечеринка? Знаешь, песни, танцы. Оставайся здесь, сосунок. Охранниками займусь я. Ты слышала, как он меня только что обозвал? Забудь об этом. Предоставь все Гейлу. Ну, хорошо. Ну хорошо, за дело. Я проникну в здание и займу комнату управления на втором этаже. Оттуда я смогу управлять всеми системами безопасности. Свяжусь с вами, как только буду в комнате. Дай-ка угадаю, это ты сделал, да? Металл еще горячий. Эти охранники стреляли во что-то совсем недавно. С кем же они сражались? Сражались? Думаю, они и глазом моргнуть не успели, как их сожрали. В кого бы они ни стреляли, это пришло оттуда. Вломилось через стальную ограду. Ну, холл чист, но я все же уверена, что и ты мог бы это сделать. Очень смешно. Нам все еще нужно понять, что здесь произошло. Продолжайте зачистку сектора. Так, давайте возьмем анестетик, по-моему, здесь, да? Или что у нас тут? Медпакет. О, у меня гранаты есть уже. У меня что, гранатомет с собой? Снотворное. Снотворное. Картечь. Зажим, медпакет. Картечь, нифига себе. Пули. А у меня действительно гранатомет с собой есть. Уже. С самого начала игры. Это, наверное, потому что я играю в третий раз уже. Так, ключ генераторный. Возьму реанимацию. И валим отсюда. Есть успехи системы безопасности? Не знаю, что здесь было,
но похоже, все электричество в здании отключилось. Здесь то же самое. В таких условиях я работать не могу. Тебе надо запустить аварийный генератор на подземном этаже. Ясно. Что ты здесь делаешь? Я слышал последнюю часть вашего разговора. Кстати, я нашла ключ. Давай его мне. Идем наружу. Так, ну что ж. Если даже гранаты дают сразу. Но все-таки постараюсь не убивать никого. Отвратительно. Парня выпотрошили. Кто-то выпустил ему кишки. Посмотри на следы от зубов. Похоже, это было какое-то животное. Хорошо, двигаемся дальше. А, у него что-то есть, по-моему. Так, ну что ж. Первая головоломка. Самая простая. Красный, синий, зеленый, белый. Куда? Замечательно. Попадали питание. Гейл? Сейчас попробую усыпить этого. Так, кстати. У меня есть аптечки. А, не буду это делать. Ну да, вот сейчас нападение. Гейл! Гейл! Отдохни, дружочек. Убежал от него. Он даже преследовать не будет. Какой-то динозавр? Вот здорово! Ну и кто это был? Это не шутки, идиот! Нас пыталась сожрать здоровенная ящерица! Так что все-таки у вас там происходит? Хорошо, иди в комнату управления, и там мы разберем всю ситуацию. Так, ну что ж, убираемся отсюда. Thank you.
Ну что ж. Полезли по вентиляции наверх. Я вот думаю, может тоже другим путем сходить. Хотя, может будет за створки. Хотя давай, попробуем. Так, еще один медпакет. А, тут у нас закрыто пока, точно. Что это я? Анестетик. Давайте поднимемся на второй этаж. Хотя, наверное, зря я так делаю. Ну да. Я сейчас только понял. У меня же дисков нету все равно. Так, ну что, пошли к нему в комнату. А, стоп. Сперва, наверное, зайдем сюда. Включим эту штуку. Ага, переходник здесь, отлично. Берем первую эту штуку. Да, кстати, код я знаю. 0426. У меня сейчас записано. Сразу. Возьмем, что здесь есть у нас. Хорошая большая аптечка. Хорошие дротики, в принципе, можно. И потом. Не, потом лучше сделаю. Бумаги разбросаны. Так, туда пойдем, не пойдем. Не знаю. Давай сходим. Не буду сохраняться даже. Раздевалка. Снотворная. Чего, ничего? Ну да, и вот, собственно. А, 0426 это как раз вот этот код. Валим отсюда. Не буду я сохраняться. Кстати. Можно сделать хорошие себе, сильные. Ну, пока мне и средних хватит.
Зомби, кстати, вот эти вот мне совсем сейчас не нужны. Так, уберем, пожалуй, пули. Картечь. Гранаты. Еще пули. Ну реально, лишнее. Так, возьмем физраствор, вот хорошая вещь. Реанимация, в принципе, тоже вещь хорошая. Хотя зачем мне столько реанимации? Тоже верно. Так, что тут можно объединить? Физраствор. С этим? Нет. О, хорошую аптечку получить можно еще. Вроде все. Так, идем к Крику. Как наши дела? Эта система безопасности для меня пару пустяков. Так что же все-таки случилось с Гейлом? Он говорил, что там был какой-то динозавр? Да, невозможно в это поверить. Просто надеюсь, что он еще жив. Во что бы то ни стало, нужно сначала выполнить задание. Что действительно нужно сделать, так это вызвать вертолет и выбраться из этой смертельной ловушки. Отличная идея, но рация у Купера, а он пропал. Эй, что с монитором? Это монитор системы безопасности подземной зоны. Камера отключена. Я так понимаю, в этой зоне еще не восстановлено энергоснабжение? Точно. Эта зона и наземный уровень подключены к разным энергосистемам. Мы можем осмотреть эту зону, когда закончим зачистку на наземном уровне. Хорошо. А я разберусь с заслонками, из-за которых мы не можем войти. Заходишь внутрь, хватаешь доктора и бежишь назад. Так, понятно. Уходим. Угу. Что я действительно хочу знать, так это откуда лезут эти твари? Так, интересно, сейчас будет та сценка? Да. Вот откуда он пришел? Не буду сохранять игру. Регина, я сумел сдвинуть заслонку. Теперь у тебя должен быть доступ к пульту управления. Уже? Так быстро? Спасибо. Да ладно, вперед! А это он отсюда пришел. Так, а ты не будешь еще мне другие заслонки чинить? А, еще рановато. Окей. Так, поднимаемся наверх. Отодвигаем этот ящик. Кстати, а у меня диск это 2. Да, 2 уже диска. Реанимация с собой, если что, у меня есть, да? Есть. Если что. Спать. Дробь. Нафиг мне дробь твоя. Так, хэд. Вводим код.
Кто-то выжил. Вы спасатели? Да, я из спасателей. Вы знаете, где можно найти доктора Кирка? Кирк, этот кретин. Что он еще замышляет? О чем это вы? Вот, возьмите. Для чего это? Я не знаю. Мне сказали, это очень важно. Так, ну вот мы взяли вторую карточку. Блин, дробь раздается с этой штукой. Так, какой там код? Вставляем. И вторую. Код получается 705037. Берем карточку. Конечно, Тирекс. Так. Это что, шутка? Мазила. Неудачник. Неудачник. Так, этот еще спит пока. Пока этот спит, надо быстро здесь все сделать. Так, реанимация. Это полезно. Так, код 0426, а нет, 8159. Этот цей вообще не важен. Пошел нафиг. Да, зачем я взял эти части пистолета? Ей сильно снотворные. Так, анестетик, с чем его смешать можно? Зажимом, чем получим? Не, фигню получим. Так, я ему патроны убрал, вот. Скажу по секрету так. Так, а мне куда сейчас? Я открыл заслонки у входа. Еще одно. На мониторе мелькнуло что-то похожее на человека. Это должно быть где-то поблизости от передней части тренировочного зала. Так что сначала посмотрите там. Так, у меня есть... А, у меня диска одного не хватает. Вопрос, где его не взял. Хм. А почему я не был на улице? А, во. Как раз. Сейчас туда иду. Что-то мне очень много дроби дают. Тут не было никогда столько патронов. Блин, игра, ты чё, спятила? Так, ньюкомер. Второй пароль.
Заходим. Так, одного тут не хватит. Это понятно. Так, сдвигаем этот ящик. Патроны. Град, ты обалдел. Так, пойду я туда лучше. Отлично, успел. Фух. Еще жив. Отлично. Что это? Очередная ящерица? Это не ящерица, это динозавр. Динозавр? Послушай, здесь действительно что-то не так. Все задание пошло наперекосяк. На поле боя всегда нелегко. И неважно, с кем ты или чем ты сражаешься. Что-нибудь слышно про доктора? Мне нужно встретиться с Риком. Моя рация сдохла, а он единственный, кто может ее починить. Так, ну что, сейчас будет нелегко. Пробуюсь-ка я в офис. Правда, он придет сюда. Пошли нахрен. Так, мне бы избавиться от этого. Я бы, наверное, сперва бы я, наверное, сходил бы и избавился, потому что мне дают только пули. Я замечаю. Больше этой мешанины анестетиков уже так не закидывают. Дротик с ядом, усилитель. Так, я могу что-то усилить? Могу, в принципе. Будет снотворное. Так, один хрен мне сейчас надо в генераторную валить.
еще один анестетик. О, так-то лучше. Так, убираем эту батарею. Красный, синий, зеленый, белый. Вот так вот. Отлично. Регина, это ты? Да. Ну что, у нас появилось электричество? Все работает. Благодаря тебе. Слушай. Мне нужно, чтобы ты вернулась. У меня есть к тебе разговор. Так, давайте отодвинем эту штуку. Угу, переходник, отлично. Что у меня из предметов? Сейчас надо возвращаться. Так, сейчас будет нападение. Уйти через здесь. Не очень хорошая идея. Так, ну ладно, возвращаемся к Рику. К Рику. Хотя я еще в туалет хотел зайти. Ну, мало ли, может что-то появилось. Походу ничего нету. Больше в туалете. Ну да. Ну ладно. Уф. Чудом спасся. Так, сделаю, пожалуй, первое сохранение. Где ящер? Испарился. Я так и понял. Что за спешка? Геолог Томми, он видел кого-то на мониторе под землей. Промелькнуло очень быстро, но я уверен, что я что-то видел.
Рик, открой заслонку в подземный сектор. Что это? Это сигнал бедствия от одного из членов нашей команды. Скорее всего, это Купер. Да, или может быть Том. Он проник в комплекс, выдав себя за ученого. Можешь запеленговать сигнал? Он исходит снаружи здания. Источник к востоку от заднего входа, через который мы вошли. Послушай, с этим разберемся позже. Самое главное, выживший в подземелье. Возможно, это доктор. О чем ты говоришь? Он просит у нас помощи, мы не бросаем своих. А что, если это ловушка? Хочешь, чтобы и тебя пришлось спасать? Не беспокойся, я готов пойти на риск. Не забывай про наше задание. Мы здесь не с детишками нянчимся. Ты работаешь так, я иначе. Ладно, я открыл тебе твое подземелье, Гейл. Так вали туда. Ты делаешь твое дело по-твоему, а я свое по-своему. Этот подонок начинает действовать мне на нервы. Редина, я направляюсь в подземную зону. Так. Я, пожалуй, опять пойду спасать товарища. Так, как туда быстрее попасть? Нет, сохраняться не буду. Пойдем как-нибудь так. Ух, повезло. Нет, нам вот сюда. Я вот думаю, как сейчас быть. Я попробую так. Потом туда вернусь. Опять от птеродактов. Дай мое оружие, козлина. Ух ты, козлина. Вставай. Фух. Том! Они словно появились из ниоткуда. Не было шансов. Том, можешь рассказать, что здесь происходит? Кирк спятил. Его эксперименты никак не связаны с исследованиями энергии. Том! Вот, возьмите. Он тяжело ранен. Нужно немедленно уйти в безопасное место. Так, а вот второй диск. Отлично. Выглядит не очень. Послушай, я этим займусь. Так, тут у нас есть что-то? Я вот не помню. По-моему, ничего нету.
А, во. Гранаты. Место есть. Давай возьмем, ладно. Так, опять начинается. Козлина. А, здесь у нас сейчас трубы будут. Трубы. Трубы, трубы. Три на красный. Как они идут? Не-не-не. Ставить. Если это три, а нет, это не. Ну вот это имеется в виду. Ну, конечно, это было не так сделано. Или стоп. А, нет, все так. Что это я тоже, блин, куплю? Два на зеленый. Пять на зеленый. Теперь синие остались. Так, синий у нас вот это и вот это. И вот это, кажется. Да, замечательно. Запустили краны. Точнее, эту штуку. О, это что такое? Кран допуск. А что он здесь делает? Да, предметы поменяли расположение. Сейчас будет опасный момент. Надо быстро сообразить. Ох, успел. Так, теперь надо включить лифт. Замечательно. И теперь вернуться. Да, вернуться. Наконец-то мы можем попасть в лифт снаружи. Хорошо, теперь мы можем спуститься на подземный уровень.
Так ты видел эту тварь, да? Да, это был птеранодон, верно? Я имел в виду, ты видела настоящего динозавра? Невероятно! Разве я тебе не сказала? Это прямо как в том фильме. Регина! Нужно спешить. Том долго не протянет. Я очищу путь. Передвину контейнеры, а ты посмотри за Томом. Так, ну что ж. Действительно, пойдемте. Воспользуемся кранами. Так, вот это если отодвину. Что тут будет? Медпакет. Неплохо. Так, у меня тут есть up, down, left, hook. Так, сейчас. А, все. Left hook. Так, up hook. И все. И не надо долго морочиться. Хорошо. Сосредоточься на задании. Я позабочусь об остальном. Да. И еще. Если Гейл опять начнет нести чушь, задай ему как следует от меня. Так, куда пойдем? Тут ничего нету. Ну да, вот здесь вот есть у нас снотворное. Отлично. То, что нужно. Не, записку читать не буду. Выходим отсюда. Ага. Рик, берегись! Пожуй вот так. Так, это мы куда открыли дверь? Генераторная, правильно? Правильно. А зачем мне она? Хотя я кое-что посмотреть хотел. Где мое оружие?
Интересно, они тут? Нет, их больше нет здесь. Нет места для картечки, ну и хрен с ней. Вот реанимацию я бы взял, конечно. Так, что объединить можно? А, земля уже ушла. Без меня. Да, патронами прям закидывают. Уф, пронесло. Пронесло, так пронесло. Стоп, у меня есть карточка. Есть карта. А, нет, это другая карта. Это другая карта. Нет, сохранить не хочу игру. Так, интересно, здесь кто бегает? Не, никого. Слишком много гранат. И реанимации столько не нужно. Мне сейчас медпункт надо идти. В любом случае, спускаемся. Рик. Он мертв. Эх, ты в этом не виноват. Да. Я буду в комнате управления. Так, здесь полезные вещички есть. Переходник, карточка, что важно. Важно. Труп дома. Ну да, эти мы пока не откроем. Опять что за дневник? А. Сохранить? Не, не буду сохранять. Так, а мне сейчас куда идти-то? Я вспомнил куда. Я вспомнил куда. Сюда. Оперативный штаб.
Так, берем сканер. Переходник. Еще один. Диск. Код Е. Желтый ящик. Маленький диск, усилитель. Среднюю получил аптечку. Неплохо. Валим отсюда. Так, надо взять отпечатки. Вот сейчас. Этого типа. Пойти сюда. Теперь сюда. Что, тут никого нет, что ли? 58-104. Вставляем карту. Замечательно. Все, оно замечательно. Лифт доступен. Так, спускаемся. Да, это тот самый лифт, оказывается. Зажим. Дробь не буду брать. Так, в этом код у нас лаборатория. Точно. Так, сколько тут их бегает? Отвали мясо. Нахрен отвали. Он спит. Прицел для пистолета, что ли? Картечь. Что-то очень много
всякой этой фигни. Вот это возьму. Так, тут у нас что? Понял. Есть. Усилитель. Погоди-ка. Что мы можем? Сидит зажим. Так, это газовая камера, да? Надо ее открыть. Код у нас все равно находится здесь. Убивать. Ух ты. Переходник. Шуруповерт. Давайте сразу открутим эту шурупы. Так, 72-48. Не, пока не буду сохранять. Заходим. Конференц-зал. Еще один диск. Еще один предохранитель. Нафиг не надо. Что тут у нас варится? Красный в зеленом, голубой в оранжевом, зеленый в покорном. Заходим. Красный в зеленом, голубой в оранжевом. Вау, нет. Красный в зеленом, голубой в оранжевом. Красный в зеленом. Во. Голубой в оранжевом. О, отлично. Заходим. С вами все будет в порядке? Что случилось? Этот дурак. О ком вы говорите? Что он планирует? Кирк. Со мной команда спасателей. Где доктор Кирк? Вот. С помощью этого вы сможете попасть в его лабораторию.
Так, сейчас будет фигня. Да пошел он нахрен. Че я его буду убивать? Зачем он не сдался? Дал второй ключ, да? А, не, мне чип он дал, чип. Точно, точно. Надо сейчас в библиотеку возвращаться. Ты чё? Ах ты тварь. Шики не думала. Скотина. Черт, я истекаю кровью, это плохо. Тридцать 95 там было. Так, теперь надо грамотно понять, как тут делать. О, быстро. Так, валим. Как быстрее добраться? Думаю, здесь все-таки. До зала вычислений. Регина! Я наконец добралась до лаборатории доктора. Хорошая работа. Похоже, чтобы открыть дверь, нужны усилия одновременно двух человек. Держись, я иду. Так, как обстановка? Вот, возьми. Готово? Хорошо, на счет три. Раз, два, три. Так, замечательно. Энерджи. Нет, пока не буду сохранять.
Так, пододвинем полку. Приклад дробовика. Еще снотворное. Это круто. Его здесь нет. Почему? Операция и так слишком затянулась. Внимание! Работает аварийная система. Начинаю экстренную блокировку. Что происходит? Нет, должно быть, Кирк включил систему безопасности. Идиот! Что у вас там, Регина? У меня на экране сообщение, что в вашей зоне экстренная блокировка. Мы здесь в ловушке. Похоже, дело рук Кирка. Мы ничего не трогали. Попробуйте что-нибудь сделать. Посмотрим, что у меня получится. Что не так с этой штукой? Успокойся, Гейл. Как-нибудь выпутаемся. Так. А, точно. По-моему, тут только... Да. Вот это направо. Вот это направо. В другом порядке. Нет. Внимание, экстренная блокировка отложена. Зона будет заблокирована через 10 минут. Нам лучше убираться. Мы сняли блокировку и сейчас на пути к выходу. Но весь подземный уровень кишит динозаврами. Вам никак не пройти. Не паникуй. Я их по одному перебью, если понадобится. Отличный план, командир. Но у меня есть получше. В личной комнате доктора есть люк аварийного выхода. Думаю, вам проще направиться туда. Ты уверен? Угу, но есть проблема. Люк защищен паролем, хранящимся в основной системе. Забудь об этом. Если ты не успеешь взломать код, нас сожрут динозавры. Знаю. Просто тебе нужно доверять мне. А я не доверяю. Отлично. А ты, Регина? Выбирай. Так, я также выберу стратегию Рика через люк. Черт, я истекаю кровью, это плохо. Надо срочно подлечиться. Так, ну, насчет сохраниться, да, надо сохраниться и закончить на этом первую серию. Я благодарю, ребят, вас за внимание. С вами был Димас. Всем удачи и увидимся в следующих сериях.
Пока-пока.